Первое, что пришел сенсей, это чтобы мы не ждали захвата. Потому что он говорил, что захват это такое же техническое действие, как любое другое. Поэтому рассчитывать, что человек будет сохранять захват, нельзя. Если мы подали руку, он взял, мы остановились, то он имеет право двигаться так же, как мы. Ну, то есть, вот. Я взял. Он подал. Для того, чтобы взять захват, нужно подать руку. Это значит, он начинает первый, а не я. Я взял. Если я остановился, то у нас полетели. Он будет двигаться, и я могу двигаться. То есть любое его движение будет связано с комментатором. Вот так объяснял учитель моего. Мы задавали вопросы, он тогда вопрос, проблему не решает. Если один взял, второй стоит, надо начинать сначала, пускай захват, расходиться и так далее. Тогда он дал интересный ответ. Мы подаем руку для захвата. Не для того, чтобы взял захват, а для того, чтобы пока он брал, мы сместились. То, что вы сейчас видели, когда делали шумен и стали смещаться. Поэтому подать руку и остаться стоять. Если я сейчас начну двигаться, он будет двигаться. Поэтому очень мало времени у нас, пока мы подаем руку. Это первый совет, который дал мне мой сенсей. Если хотите, можете воспользоваться. Пожалуйста, не двигайте руку. Он ее не брать не будет. Он будет брать температуру, которая опасна для него. Хотя она будет уходить в сторону, делать какие-то вот такие движения. Глупо сохранять захват, повторюсь. Во всяком случае, мой сенсей говорил, мы работаем не с ассистентом. Мы работаем с партнером, у которого такой же мозг, как у нас, такие же интересы, и он не хочет падать. Подавая руку, смещаемся. Подавая руку, смещаемся. Раньше он показывал, что техника была такая, что выступали мы. Собирали. Это похоже на ту технику, которая была ранее. Как это делать, зависит от условий, но одно. Подавая руку, руку оставляем, мы смещаемся. Ну и советую сохранять контроль лапы. Потому что некоторые поворачиваются и делают так, это очень опасно. Такая стратегия. Мы должны стоять как квадрат, ходить как треугольник, а двигаться как круг. Когда мы дело имеем с отходом, это всегда треугольник. Если мы видим, значит хорошо. Не видим, значит плохо. Квадрат символизирует всегда сай, удержание. Поэтому, как в джиу-джитсу есть удержание, типа хиджики миасай, айкидо не используется. Потому что сенсей дал четкий регламент. Стоять как квадрат. Поэтому, если вы обратите внимание, все контроли симметричны. Или мы там где-то. Вся симметрично. Если мы одно колено оторвем, второе колено, и одна нога впереди, вторая сзади, по мыслям, которые нам передал сенсей, это уже не то. Он четко сформулирует. Стоять как вода, ходить как треугольник, двигаться как вода. Все дело чается. Ну еще один приоритет, который сенсей во время нам рассказал, это в боевых искусствах есть единственный критерий техники. Все техники. Не в айкидо, а во всех боевых искусствах. И единственный критерий. Если во время техники нас не могут атаковать, то есть мы не уязвимы, значит техника правильная. Если могут, даже если вы хорошо используете и эксплуатируете законы физики, гидродинамики,
всего остального, это все не круто. Поэтому нам чаще надо общаться, встречаться с разными представителями других искусств, чтобы обогащаться и чтобы не забывать об этом. Часто с техническими элементами это забывать. Ну, это наша персональная проблема. Еще один посвященный обращал внимание. Он даже смеялся над теми, кто атакует Библию. Потому что нам глаза нужны для того, чтобы постоянно искать цель. Ну, чтобы ее поменять. Допустим, опустить руку и ударить в бок и так далее. Поэтому четкий критерий тех, кто атакует, что надо всегда пользоваться глазами. Если можно, когда делают новоселье, пожалуйста, не отворачивайтесь. Тут лучше сразу падать. Потому что другим специалистам или другим видам боевых искусств это будет непонятно, потому что это фундаментальная ошибка. Фундаментальная. Школа может наслаиваться, но какие ошибки они очень тяжело. Ну, продолжим. Тема входа, она интересна, очень интересна. То есть ребенок вход используется вперед два этих движения. Это шуман, все то, что тело двигается вперед, ну как ледокол. Все рассыпается. И рекомендую, когда под ледокол, как льды рассыпается в сторону, то есть с помощью йоканана мы берем за ногу. Что? Каким образом? Допустим, я хочу взять бок. Так, картинку. Это значит, что мы используем йоканан. И если будем наблюдать, что практически все, когда атаковали йоканан, не атаковали руками. Но это значит, что упражнение будет захватом. Так, давайте захватим язык. Потому что если рука палка или какой-то предмет, поэтому для захвата, как правило, используют движение руками. Рука идет прямо и появляется вот такой треугольник. Вот что нам объяснял в свое время кик-сущности. То же самое фото. Я пройду. Ну а как вы будете делать именно это уже ваше? Итак. Я призываю не делать так, потому что я иду на одной ноге, и я буду отскакивать. Поэтому постарайтесь войти туда. Посмотрите, туда. Просто извините, что много говорим. Хотел просто передать то, что помню, да, потому что для меня это было, ну, как это были большие открытия. Я этого не знал. Как атаковать, глаза, как что. На этом сильно повлияло, но я надеюсь, что для вас будет тоже информация к размышлению. Ну, прошу именно то, что Хикисуси-сенсей сказал следующее. Никогда в самурайских видах боевых искусств, там, где есть оружие, не ждали атак. В карате есть принцип «сэн но сэн». Ну, если перевести на русский язык по-научному, это инициатива до инициативы. Если по-простому перевести, так как часто в книжках по карате переводят, это «бей первым». «Бей первым» и все. Любой каратист поймет, что еще Брюс Ли, помните, ставил опыт, что когда наносил удар, он должен защититься. Очень невозможно поставить удар. Те, кто работает с оружием, понимают, что кончик мяча движется очень быстро. Поэтому приучить себя реагировать после атаки, это значит умереть. И Хикисуси-сенсей, эти записи есть в интернете, он рассказывает об этом. Он говорит о том, что в айкидо взят принцип работы с оружием. Сэн-сэн-но-сэн. Не сэн-но-сэн, а сэн-сэн-но-сэн. Это значит, что мы должны создать его инициативу для того, чтобы потом с ней работать. Совершенно другое. Когда мы это услышали, я вообще ничего не понял. Так как? Пей первым, понятно.
Для нас было открытием увидеть деталь. Деталь никогда не делали так. Ну, я просто улечу все. Потому что если его масса расходится, а я всего лишь буду останавливать. Ну, согласитесь, я же не руку останавливаю, а тело. Я улечусь. Поэтому Дайдарю первый контроль делали так. А потом отдавали первый. И когда мы смотрим старые кадры, просто делали атаку и все. Сайт Сенсей. В своих книгах вы можете тоже в интернете взять, почитать. И семинары. Все есть сейчас. Раньше ничего не было. Переписывали на кассетах, и сейчас все это есть. Он сохранил подход Дайдарю. И вам Арю именно так. Потом делали так, потом так. И опять квадрат. Они не понимали тех людей, которые стоят, ждут захват, разгоняется масса, ну хотя бы 50 килограмм, и они думают, что не уйдя, вот, я показываю уход, не уйдя, они остановят. Ну, я не смогу. Если кто-то из нас может, то хорошо. Вот. Это тоже такая информация, которую вы можете пользоваться, можете не пользоваться. Очень сложно войти сюда. А еще сложнее войти, если мы будем защищаться. Если эта рука будет защищаться, а это получается мы одному телу, одной головой даем две разные команды. Ну, типа стой там, иди сюда. Поэтому, если можно, вы не защищаетесь, когда вы ходите. Потому что все открыто, у него есть вторая рука. Наша задача сделать вот так. Или старые техники, дай, вот так. Но ни в коем случае не так. Это для совета. Войти на самом деле очень трудно. Поэтому начинают изучать входы через захваты, и техники приобретают вот такие варианты с такой дистанции. Они понимают, что сейчас ситуация такая, что мы можем, а он нет. И можно сделать очень некрасиво, но правильно, а можно очень зрелищно, но неправильно. Ну, допустим, любой специалист здесь в зале скажет, что тот идиот, который создал вот такую ситуацию, понятно, да? Но он может очень сильно, красиво это все сделать и так далее, но без толку. Поэтому стоимость вот этой техники, она будет, а какая-нибудь такая некрасивая, ну вот такая, она будет самой ценной. Поэтому вот эта ситуация, которую мы создаем, когда мы можем, а он нет. И здесь тоже символично. Видите? Вот ее Фудзита описал. То есть после этого, ну, допустим, после этого, можно что? Можно поразить его, можно обездвижить, перевести, как Фудзита-сенсей говорил, в четырехугольник внизу. Или техника консенсу, техника сковывания. Допустим, итак, обе руки атакуют. Мы уходим. Берем плечи, достаточно этого. Потому что если все будут падать, то очень много места надо. Хорошо. Если он вас обидел, подавая руку сместиться. Вот то, что мы сейчас сделали с вами. Сделайте его. Это то же самое движение. Только через снизу его. И дальше выполняем ногу. Не бросайте далеко, много на руку. Спасибо, что хорошо прощать. Прощать очень трудно. Настолько трудно, что надо иметь высочайший уровень. Повторюсь, когда Хикизуси Сенсей Париже начал 20 минут объяснять, как справиться с этим, и понял, что почему, допустим, какие-нибудь ката, тенши или эмби делаются с определенного уровня. До этого уровня ката, ну это танец. Просто танец. Не надо делать, допустим, первым и вторым ударом, ката какой-нибудь там 6-7. Вот. И упрощать, на самом деле, надо очень много знать. Мы
Еще надо быть искусственным популяризатором, который находит слова, чтобы объяснить. Опять же, он объясняет для аудитории, а не то, как он думает. Когда мы учимся, то сенсею важно давать одно, максимум два, одну или две задачи. Потому что любая методика, я не знаю, нам бы сейчас пришел новичок, и каждый из нас бы ему сказал ошибку. То есть он бы получил 40 ошибок. И что с этим делать? Ничего делать. Или каждый бы из нас учил своему. Поэтому учиться можно у всех, но учитель должен быть один. У вас есть учитель, ваш. Вы не доверяете. Можете сравнивать его даже с его учителем. Но слушайте только его, потому что он знает, и он вам скажет ту ошибку, которой вы должны заниматься сейчас. Вообще, а сейчас, это и называется методика, потому что должна быть правильная последовательность. Сначала одно, потом второе, потом третье. Если перемешать, и абсолютно без новичка не... Как бы это сказать? Мы все можем быть разными. Все абсолютно. Это и хорошо. Потому что мы должны стать мастерами, а не вечными учениками, которые постоянно пародируют кого-то или копируют, или чего-то еще. Поэтому...